Hey, всем привет! Февраль начинается с тренировок, и мы сегодня в цеху делаем всякие интересные трассы, снимаем видосик на второй канал. Появилась новая конструкция, мы с ней толкаемся, делаем шаг и хотим сюда залететь. О, молодец! Я сейчас кинусь. Блин, а мог бы на самом деле немножко ножки подтянуть. Это концепция непонятна данного прыжка, потому что как бы ты несешься, как локомотив, знаете, ну реально, crazy train. Паркур это тяжелее, чем квантовая физика. Ой, я мог-то тоже, типа, если бы хотя бы одну ножку потянул, я бы понял. А я бы сделал сейчас. Если вы будете в этом зале, то отмечайте нас, делая этот прыжок, и мы вас зарепостим себе в историю. Никто его нахуй не сделает, кроме нас здесь. Да! Ну ни хера себе, ты монстр! Димчик нашел еще один серьезный челлендж. Мы поставили две трапеции и вот с этой штучки манкур вот сюда. Налегке так. Не получается. Ну ты же мог! Только что настолько хорошо дался. Прям идеальный момент, чтобы потянуть вторую ногу, но я не тяну ее, блядь. А стик где? Ты? А стик, я ушел со стика, но я долетел. Ой, горнюсик. Может быть, мы не самые сильные атлеты в Украине, но зато 100% самые популярные. Самые сильные атлеты здесь. Нас тут двое бы. Нужна ваша помощь. Мы с Димончиком хотим стать спонсированными атлетами любого энергетика, любого бренда, который только сможет нам предложить какое-то классное сотрудничество. Если у вас есть выходы, либо вы являетесь сами брендом, то напишите нам. Мы будем только рады посотрудничать с вами. У нас на лето очень много планов ездить по разным городам, по разным странам. Но, как вы можете понять по просмотрам, денег мы не сильно зарабатываем много. И это прекрасная возможность для брендов, потому что мы и наш канал единственный в такого характера на ютубе русском, что делаем вот такое вот. Да, Алекс все абсолютно верно подметил, поэтому если вы являетесь каким-то, то напишите нам будет очень приятно. А еще мне нравится заниматься в этом зале с утра, потому что нету ни одного ребенка, и мы тут вдвоем можем все что угодно делать. Я ребенок. А я? Ты мавта. У тебя не получается какой-то элемент? Всегда есть выход. Я хочу домой, я так устал. Привет, подписчики. Пришел Женек, и мы тащим ему маты, потому что он хочет сделать супермена вот прямо вот оттуда, вот отсюда. Я, поскольку напрыгался, у меня болят коленки, и у меня проблемы со спиной, как вы можете знать, если старые мои зрители. Поэтому я такое делать не буду. Я мужчина. У нас, по-моему, самый отбитейший паркур-движ. Это просто жесть. У каждого из нас есть какие-то свои фишки, которые не может сделать другой. Это просто очень круто, что мы разноплановые какие-то. Ой-ой-ой, просто перекрутил его. Я так переживал за Диму, вы себе даже представить не можете. Я стою здесь, у меня нервы больше, чем, наверное, у него. Красавчик. После такого прыжка не грех и в капу поехать, правильно? Можешь компьютерный клуб? Нет, тогда в кап. Ой, ёп. Раз, два, побежал. Сделал сальтуху, давай. Оп. Есть! Кинулся. Дела решаются. Съебитесь нахуй. Во, мужчины. Я же теперь маты вставляю, если вы не заметили, как бы. Можешь матернуться на камеру? Не могу, я это не. Ну незачем это говорить пока что. Если я не сделаю, я скажу. Дай Дане в голову. Денис, можешь туда выйти, пожалуйста? Спасибо. Я ненавижу этот зал, когда здесь очень много детей. Единственный нормальный ребенок это вот это вот. И то он не ребенок, тупо киборг. Все, три мужчина. У меня правая толковая, блядь, как я выжил, но. Толковая, брат.
Ага, вот и все, вот и ловушка. А он реально замахнулся? Я думаю, не долетит. Понимаете, это мой друг Леша, он крутой. Не друг, он мне не друг. Копасик. Ребят, уйдите уже. Альберт. Motors, hi, Motors, Giles, can you take me and Alex to your team? We be really sponsored athletes. Like UK, but UA, you know? Момент, момент, Дима, лови. Лови волну, брат. Почти. Я на левую ебанул. Я дал. Но главное, что концепция была. Да, пацаны, валите с трассы, пожалуйста. Сколько замечаний. Снимай. Гони! Красу! Зор, братик. Давай. О, моментик сам. Момент любви пошел. Момент зачатия паркура. Зачатие идет. Давай, ну ты это... Вот это мощь, вот это плавность, концепция, вот это парень, вот это, посмотри на него, посмотри, покажи ноги. Вот сейчас, я понимаю, пойдет тренировка, потому что дети в зале все ушли, мы остались с Димчиком вдвоем. И до скольки мы здесь тренируем? У нас 2 часа, да? Час. А, мало. Мы съели всех детей. Сибульба, ёптать, нормально. Ой, ёпт, ляпнула. Чё, блядь? Ай, блядь, дурак, ёб твою! Далеко лететь. Ты турбина, а не турбина. Ого! Почти. Да, блядь! Давай, беги дальше. Слушай. Да не важно. Да это конец. Ладно. Сейчас, последняя попытка, все. Давай, в кулачок. На фристайлике такой вытащил. Да, блядь! Все, это была последняя попытка, я просто не вытаскиваю. У нас с Димой есть второй канал, где мы делаем очень классные челленджи, поэтому переходите, ссылочка первая в описании, там очень много крутых видосиков. Пошла, поехала, домой! Давай! У нас на улице просто не погода, а срака, поэтому мы тренируемся в залах и делаем все, чтобы весной разваливать и путешествовать в разные города и делать там очень классные, крутецкие челленджи. Как вы понимаете, все эти связки в этом зале, они нелегкие, поэтому ждите от нас весной просто развала. Смотрите, это мы в зал приехали в 5, сейчас 10. То есть мы треним реально 5 часов почти каждый день.